大会愛好家の皆さん、はじめまして、津田アストビチェ、私は町田ムジカと申します。Уважаемые российские хайдзины, уважаемые любители хайку, разрешите представиться. Меня зовут Мачита Муджика. Я очень рада тому, что меня пригласили на конкурс хайку, и очень рада предоставившейся мне чрезвычайно ценной возможности пообщаться с вами. Извините, пожалуйста, я недавно простудилась, и у меня кашель до сих пор, поэтому, возможно, в какие-то моменты вам будет сложно меня слушать. Сегодня мне хотелось бы поговорить на тему хайку и путешествия. 近世俳諧史の巨人である松尾芭蕉は人生そのものを旅と捉えて旅に生き旅に死にました。 Великий поэт раннего периода современной истории хайку Мацуо Башо считал путешествием саму человеческую жизнь. Он жил в пути и умер в пути. 今でも俳人は旅好きであるというふうに考えられていて、定期的に吟行を行っている俳句の団体結社も少なくありません。 Думается, что и сейчас многие хайдзины любят путешествия, и в Японии сейчас есть немало обществ хайку, которые периодически организуют путешествия гинко. Гинко – это путешествия, в ходе которых поэты ищут новые материалы для написания хайку. Если говорить о причинах такой любви хайдзину к путешествиям, то, видимо, дело в том, что то приветствие, которое является очень важным элементом хайку, чрезвычайно соответствует путешествиям. Когда мы слагаем стихи о путешествии, дух приветствия проявляется еще отчетливее, не так ли? Я думаю, что это именно так. Я хочу немножечко пояснить по поводу слова айсацу, приветствие. Да, мы говорим дух приветствия. Дело в том, что японское слово айсацу имеет несколько более широкий смысл, чем русское слово приветствие. Когда мы говорим по-русски приветствие, мы подразумеваем здравствуйте, доброе утро. Да? Айсацу в японском языке это более широкий смысл, это обращение к кому-либо. Да? То есть до свидания это тоже айсацу. Я не знаю, как еще объяснить. То есть айсацу – это какое-то ваше обращение к человеку или к понятию, приветствие в широком смысле. Если взглянуть на историю хайку, то мы увидим процветавшие в средние века ренга и возникшие из них хайкай. И ренга, и хайкай – это вид искусства, которое рождается в коллективном творчестве, когда участники обмениваются строфами в 5-7-5 слогов или в 7-7 слогов, соединяя их в цепочку. Исходя из характера этого занятия, очень важно было не испортить развлечение всей компании, особенно это касалось первой строфы, в которой нужно было определить место и время сезона. Именно здесь возникает дух приветствия в хайку. И кроме того, здесь мы видим корни основного правила современного японского хайку, включая в хайку сезонное слово киго и ощущение сезона. А теперь посмотрим, как дух приветствия присутствует в хайку про путешествия.
прежде всего обратимся к Хайку Мацуо Басё. Басё は生涯に多くの旅をしました。中でも重要なのが、西暦1689年の春から秋にかけての欧州、北陸への旅です。В течение своей жизни Басё очень много путешествовал, и среди всех его путешествий важное значение имело путешествие в регион Осю и Хокурику с весны до осени второго года эпохи Гэнроку, это 1689 год. Впоследствии впечатления от путешествия сформировались в книгу «В путевой дневник по тропинкам севера» или «Тропинки севера». Эта книга переведена на очень многие языки мира, и я думаю, что среди вас тоже много тех, кто ее прочитал. Во время своих путешествий Басё часто устраивал кукаи, и написанные на них стихи тоже присутствуют в книге «По тропинкам севера». В этих стихах присутствует приветствие в адрес присутствующих на кукаи и в адрес места, где эти кукаи проводятся. Давайте посмотрим на первое хайку в вашем раздаточном материале. Какая быстрина? Река Могами собрала все майские дожди. Река Могами – это одна из самых крупных рек Японии. Собственно, это хайку о том, что в мае, в сезон дождей, уровень воды в реке повышается, а течение ее становится более быстрым. Это ку Басё представил в качестве первой строфы на Ренку но Кай, устроенном во время его пребывания в доме человека по имени Такано Ичиэй. Первоначально в хайку вместо слова «быстрина» было слово «прохлада». Одно слово в этом хайку «прохлада» жарким летним днем содержит похвалу пейзажу, который виден из окна, и благодарность хозяину дома Такано Ичиэй за его гостеприимство. Ичиэй отвечает Басё своим хайку, которая звучит так. Тумба на причале привязывает светлячков к берегу. То есть мой дом лишь причал для светлячков, а светлячок в этом случае это Басё. Обычно на хайкае гость сочиняет первое ку, а хозяин отвечает, добавляет к этому ку свой вакику, это второй стих. Поистине происходит обмен приветствиями. Когда Басё вернулся из этого путешествия и стал как бы оформлять свой путевой дневник по тропинкам севера, он заменил слово «прохлада» на слово «быстрина». Благодаря этому спокойный образ реки сменился на более свирепый, но дух приветствия из-за этого не исчез. Просто изменился объект приветствия. Теперь это не гость, не хозяин дома Танака Ичиэй, а река Могами. То есть образ расширился. Второй хайку. Касанетто ва яйнадешико но нанадебеши. Сода.
Имя Касане красиво, словно гвоздика в полном цвету. Автор Сора. Это хайку размещено в книге как произведение ученика Басо Сора, который путешествовал вместе с учителем. Басо и Сора умаокарите Насуна но кугэн о агэйте ику токи ни тоци но кодому тачи га ума но ато о отте кимашита. Эти двое ехали на взятых в аренду лошадях по высокогорной равнине Насуно, а за ними бежали ребятишки. Они спросили у маленькой девочки, которая бежала за ними, как ее имя, и она ответила Касане. Касане то есть японского мономоэни, моно носею, то есть цмиягэру, то есть та имя. Глагол касанеро означает накладывать что-либо на что-либо, нагромождать. Сюда во вкинельной намай деарга, ясасии хибики да то кансин ште, коно кю о йонда то ивалетимасу. Говорят, что это непривычное имя порадовало Сора, и он написал это хайку. Имияй ва кавайи кодому надешко но хана ни нихон дева татуэто адимасу га, касане то есть намай нараба, сасизуме ханабира на касанатта яэзаки но надешко деаро, тою найо инаримасу. Здесь милая девочка употребляется цветку гвоздики, потому что имя Касане пробуждает образ именно этого цветка, у которого лепестки, ну, как бы нагромождаются друг на друга. Намайо хомэле кодо де соно оннаноко зисин то каназо унда тоти соно моно о айсацу окутте иру то иемасу. В этом стихе похвала имени – это и приветствие самой девочки, и земле, которая ее родила. Путешествие – это всегда цепь встреч и разлук. Думается, что ни Басо, ни Сора никогда больше не встретились с Касане-чан, но благодаря этому стиху имя ее останется в нашей памяти на века. Дальше мы посмотрим на третий и четвертый хайку. Нацуксая цуамонотому га юме но ато самидаре но фуинокосите я хикари то басо. Летние травы. Вот они, воинов павших, звезды расслабили. И четвертое. Долгие дожди не смыли блеска с павильона света. Смысл содержания первого ку в следующем. Буйствуют летние травы. Это все, что осталось от разворачивающихся здесь когда-то жестоких сражений и от мечтаний погибших здесь воинов. В нем с чрезвычайной силой отражаются краткость и бренность человеческой жизни, когда все любовь, ненависть и честолюбие со временем превращаются в ничто. Второе ку о том, что пусть каждый год льют майские дожди, под которыми ветшает и приходит в негодность все вокруг, но этот сияющий павильон избежит такой участи, и даже спустя 500 лет он будет сверкать золотом согласно своему названию. Павильон света, упоминаемый в этом хайку, это место, где упокоены останки Осю Фудзивара VI в местечке Хироэдзуми. Это поистине великолепная постройка, украшенная золотом, перламутром, драгоценными камнями и слоновой костью. В этом хайку говорится о красоте искусства, которое выжило, несмотря на многочисленные сражения и войны вокруг. Тайшоу-текина нику деска, кемо ни финиш-ю-но-цитай ни умой-ю-хосете,
その地に来た人々に呼びかけているという点では共通しています。два этих ку, казалось бы, контрастируют друг с другом, но общим в них является отсыл и обращение к древним временам, обращение к людям, которые жили здесь тогда. ここで強調しておきたいのは、挨拶は今目の前にいる同世代の人に対するものとは限らないという点です。Здесь я хочу подчеркнуть, что приветствие не обязательно должно быть обращено к современникам, к людям, которые сейчас стоят перед тобой. そもそも場所の旅の目的の一つは、欧州北陸に残る歌枕を訪ねることにありました。Изначально целью путешествия Басо, о котором мы говорим, было посещение оставшихся в Осю и Хокурику мест, которые называются Утамакура. Утамакура とは古くから聖歌に読まれ研究されることによって、ある固有のイメージを獲得してきた地名のことです。Утамакура, ута это песня, макура это подушка, которую кладут под голову. Утамакура, изголовье песни, это топоним, какое-то географическое название, название места или местности, которое с древних времен упоминается в поэзии и получило уже достаточно четкий образ, который вызывает очень четкий образ у читателя. というわけ、彼は12世紀に活躍した西行という歌人に心を寄せていました。バショ хотел пройти по местам, которые посещали поэты древности, и увидеть пейзажи, которые они воспевали в стихах. В частности, очень близок к его сердцу был поэт 12 века Сайгё. その思いが特に強くにじみ出ているのが次の5番の句になります。Его отношение особенно сильно выражено в следующем句.笠島はいずこ、さつきのぬかり道、場所を。Здесь я должна сделать небольшой комментарий. Значит, у вас перевод такой: летние дожди, ну и развезло дороги, в этом Касасима. В японском языке звучит вопрос: где же это Касасима? Развезло дороги, летние дожди, развезло дороги, где же это Касасима? さみだれでぬかるんだ道を歩きながら、Касасима はどこにあるんでしょうか？と尋ねています。Шагая по размытой майскими дождями дороги, Басё вопрошает, где же это Касасима? Есть исторический как бы, эпизод, который лёг в основу этого хайку. Путешествовавший по этим местам за 500 лет до Басё поэт Сайгё увидел на обочине могильный камень. Он спросил у местных, что это за камень, и ему ответили, что это могила поэта 10 века Фудзивара Санэката. Санэката была мутиной камень, но когда Касасима на камень на кокорану мае о тору токи ни ума о ори накатта тамени, Фудзивара был командирован из Киото в качестве губернатора Муцу, и однажды, проезжая мимо святилища местного божества, он не спешился с лошади. Божество разгневалось, он упал с лошади и умер. Так гласило предание. А потрясённый этим рассказом Сайгё написал следующее стихотворение. Недверное имя, вот всё, что ты на земле сберёг, оставил. Сухие стебли травы и единственный памятный дар. Басё размышлял об этом эпизоде и хотел обязательно посетить могилу, которую видел Сайгё. Дорогу, однако, размыли майские дожди, и чувствовал он себя не вполне здоровым, поэтому ему пришлось, к сожалению, отказаться от задуманного. А вот в результате было написано «Это хайку с досадой, где же это Касасима?» 私の俳句の師である小沢みのりがこの句について文章を書いています。少し長くなりますが引用したいと思います。
Мой учитель Хайко Удзава Минору так написал об этом стихе. Я приведу цитату, хотя она немного длинная. この質問は直接には同行している空、あるいは道を尋ねた悟人という聖者に対して発せられたと読んで誤りではない。Не будет ошибкой считать, что этот вопрос Башо обращен к путешествовавшему вместе с Башо Сори или к встретившимся на пути местным жителям. しかし、それだけと考えてしまうのは、歌枕に対する理解が足りない。Если, однако, ограничиться этим толкованием, то это будет означать недостаточное понимание значения утамакура. Главное в утамакура Касасима – это то, что там умер Фудзивара, а затем это место посетил и воспел в стихах Сайгё. その主者たちに対して、カサシマはどこですか？こんなに近くまで参りましたのに、残念なことに、サミダレの悪路と自分の体調の悪さのために伺えません。申し訳ありませんと挨拶をしているのである。Именно к ним обращается с приветственными словами Башо. Где же эта Касасима? Я нахожусь так близко, но, к сожалению, дорогу размыли дожди, и чувствую я себя плохо, и не смогу туда дойти. Простите меня. Утамакура は記憶によって作られていくものです。Утамакура возникает благодаря памяти. 西行がされ方を持って和歌を読み、場所が西行とされ方を持って俳句を読む。Сайгё пишет свой стих, думая о Санэкате. Ой, извините, Сайгё пишет свой стих, думая о Санэкате. А Башо сочиняет хайку, думая о Сайгё и Санэкате. В результате возникает связь, как бы линия Санэката, Сайгё, Башо. Благодаря упоминанию в стихах, в эту старую утамакуру раз за разом вдыхается новая жизнь. Эта эстафета приветствий продолжается и в следующей эпохе. Посмотрите, пожалуйста, на шестой хайку. Ступаю вслед за ним. Благоухает ветер. Масаока Шики. Я выбрала, я перескочила через века и взяла хайку Масаока Шики, поэта 19 века. Шики は俳句から国を独立させて俳句と名付けた人物です。Шики это тот самый человек, который сделал независимую первую строфу хайкаи и дал ей название хайку. Шики は結核を患って病床についていた時期が長かったので、闘病のイメージが強いんですが、元気だった頃は日本のあちこちを旅しました。Поэт страдал туберкулезом, много времени был прикован к постели, и образ его тесно связан с борьбой с болезнью. Но когда он чувствовал себя лучше, то путешествовал по Японии. 東北地方へ芭蕉の足跡をたどる旅に出たのは1893年、26歳の時のことです。В 1893 году, в возрасте 26 лет, он отправился в регион Тохоку по стопам Башо. 19世紀の末ですので、芭蕉の時代とは旅のあり方もだいぶ変わっています。В конце 19 века путешествие проходило совсем не так, как во времена Башо. 昔の人が何日もかけて歩いた距離を鉄道であっという間に到達してしまうことを四季は汽車は風流の釣りとなると書いています。Расстояние, которое в древности люди проходили пешком за много дней, на поезде преодолевается мгновенно. Шики так писал об этом. Поезд грешит против стиля. 科学技術の進歩によって便利になることを少し味気ないと考えてしまうのは現代の私たちにも共感できるところではないかと思います。Я думаю, что мы, современные люди, можем разделить такое восприятие научно-технического прогресса как чего-то скучного, такого неинтересного. Вернемся к разбору хайку. В нем по-японски использовано слово «сонохито». Он тот человек. Имеется в виду Башо. この地を芭蕉も踏んだのだろう、この景色を芭蕉も見たのだろう、そう思うと、感動に初夏の風が
より一層香り高く心地よく感じられるという内容です。По этим местам ходил Башо, этот пейзаж видел Башо. Как подумаешь об этом, и первый летний ветер наполняется еще большим ароматом и становится еще приятнее. Вот о чем это стихотворение. Шики は客観写生を描きましたが、この句はとても主観的で感情が溢れ出すようです。そこに四季の場所に寄せる熱い思いを感じ取ることができます。Это хайку Шики, который обычно проповедовал объективный реализм, очень субъективно и переполнено эмоциями. Здесь угадывается сильное чувство и долгие мысли, как, которые Шики посвящал Башо. 7番の句をご覧ください。人も旅人、我も旅人、春を知る。山口清さん。И он, и я, все мы путники, тоскующие о весне. Я могу чистый сон. Это ку написано в храме Кадэйсиджи, который посещал и Башо, префектуру Ямагата. И Башо, и я, мы оба путники. Охваченный этой мыслью, поэт сожалеет об уходящей весне. Поэт не только говорит о путешествии, в котором он находится здесь и сейчас, но опирается на высказывание Башо из предисловия к тропинкам севера. Вся жизнь человека — это путешествие. Третья строка хайку «Тоскуют по весне» заставляет вспомнить о прощальном обращении Башо к ученикам перед тем, как отправиться в путешествие. Он написал: «Весна уходит, плачут птицы, глаза у рыб полны слезами». 興味深いのは、芭蕉が西行をしたって旅に出たのと同じように、四季や清掃も芭蕉を思って旅をしているということです。Интересно то, что как Башо путешествовал, думая о Сайгё, так и Сики и Сейсон путешествовали, думая о Башо. 現代の俳人の中でも、奥の細道の旅を追体験しようと思う人は少なくありません。Среди современных поэтов хайку немало тех, кто стремится пережить опыт Башо, запечатленный в тропинках севера. 場所が訪ねたハイマクラの多くは今やハイマクラとも呼ばれるようになっています。большинство мест у Тамакура, которые посетил Башо, мы сейчас можем назвать Хаймакура. 近現代の俳人の旅の句をさらに見ていきたいと思います。Давайте рассмотрим хайку про путешествия, написанные современными хайдинами. 8番と9番の句をご覧ください。8番と9番の句。火に乗せて草の匂いす初もろこ、森澄を、かいこきと噛めばおぼろの泡の国、飯田龍太。Жарится на огне и пахнет травой первый улов пескарей, море сумё. С хрустом разгрыз моллюска в туманной стране Ала, Ида Люта. 土地の名物、特にそこで取れた食べ物を賛美することは挨拶の最たるものと言えます。Можно сказать, что лучшее приветствие – это похвала местным достопримечательностям и особенно еды, которая присуща только данной местности. Упомянутый в первом купе скорей – это маленькая пресноводная рыбка длиной около 10 сантиметров, которой славится озеро Биба – самое большое озеро Японии. Первый пескарей, первый улов означает весну. Автор посыпал пескарей солью, положил их на огонь, на угли, и в этот момент он почувствовал запах травы, который начала испускать эта рыбка. 草の匂いは琵琶湖のある大海の国の匂いでもあるでしょう。Запах травы – это запах, по всей вероятности, района Оми, где расположено озеро Бива. 味覚の前に嗅覚でモロコを味わいながら、この春もまた大海の国に
Прежде чем насладиться вкусом, поэт вкушает запахи и от всего сердца радуется, что этой весной вновь посетил Оми. Страна Аба из второго Ку – это историческая провинция Японии, соответствующая южной части современной префектуры Чиба. Туман здесь обозначает вечер, весенний вечер, когда влажность воздуха повышается, и все предметы вокруг как бы расплываются в море. В этом влажном мареве очень впечатляюще звучит ономатопея «коки», означающая хруст разгрызаемого моллюска. Ну, к сожалению, в русском переводе «коки» и «коки». Автор этого хайку, Ида Рюта, вырос вдали от моря, и, возможно, он вместе, вкушая моллюска, вместе с тем вкушает и атмосферу морского побережья, которая для него необычная и приятная. Посмотрите, пожалуйста, на 10 номер. Киото, закусывая весенний вечер. Здесь тоже небольшой комментарий. В хайку нет слова киото, есть слово ракучу, по поводу которого сейчас будет пояснение. Киото – 1000年以上にわたって日本の都で成り続けた町ですが、その特に中心部のエリアをラクチュと呼びます。В хайку говорится о ракучу, а ракучу – это центральная часть Киото, города, который на протяжении тысячи лет был столицей Японии. 作者は今そこでおそらく日本酒を飲んでいます。 Автор находится там и по всей реальности выпивает. 目の前にはお酒に合わせて用意された美味しい料理が並んでいます。 Перед ним расставлены вкусные блюда, которыми можно закусывать, которые подаются к саке. しかしどんなごちそうよりも楽中にいるということそれ自体が日本酒の味を引き立てていると作者は言っているんです。 И однако же лучше всякого угощения вкус саке оттеняет сам факт того, что автор находится в ракучу. Вот о чем говорит эта хайку. Я думаю, что это наивысшая похвала для Киото. Находиться в ракучу, выпивать, размышляя о его истории, о порожденной им культуре. К тому же, все это происходит теплым, тихим весенним вечером. Наверное, лучшего и пожелать невозможно. 11 номер – это тоже хайку, посвященная Киото. Играет вала, слух ласкает мягкий, как масло, киотовский столичный говор. Такахама Кёши. Диалект – это, наверное, еще один фактор, позволяющий ощутить колорит той или иной местности. По сравнению с токийским диалектом, который лег в основу стандартного японского языка хёжинго, в киотовском диалекте звуки и акцент мягче, а выражения более иносказательны. В этом смысле сравнение мягкого как масло прекрасно отражает эти особенности. Валана – это зимнее сезонное слово. На Новый год дети играют, ну не только дети играют, подкидывая деревянными дощечками валана из плода сапиндовых. Типа каштана, насколько я смогла найти, с воткнутыми в него перьями. И эта игра похожа на бадминтон. Обычно в эту игру играют девочки, так что можно представить, что именно о них идет речь в этом хайку. 12番の句
12 номер. Измиено ути окунею Яскесан. Сида Хакиру. К роднику запоздало направляешь. Спокойно на душе. Автор этого хайку Исида Хакё после 30 лет заболел туберкулезом и вплоть до своей смерти часто лежал в больнице. Это хайку он написал, когда, выписавшись на какое-то время из больницы, посетил Куроидзаву по приглашению своего врача и друга Хоригучи Сэйми. Куроидзава известна своим целебным климатом и воздухом. Однажды Хокио и Сэйми направились на прогулку. Хотя Хокио и выписали из больницы, но он был нездоров и шел медленно. Это, однако, совсем не удручало его, а причина была в том, что в конце пути его ждал чистый источник, источник жизни, а впереди него шагал надежный друг. Это стихотворение о том, что существование этого источника и присутствие надежного друга вселяло спокойствие в душу поэта. Из этого хайку мы можем почувствовать приветствие месту Куроидзаве и приветствие пригласившему поэта другу. В наше время, когда путешествия за рубеж стали проще и доступнее, увеличилось количество хайку, написанных за пределами Японии. 13 и 14 句. Словно из одуванчиков, мутная линзы, течет бесконечность, не могучий сейсон. С небоскребка, деревьев, дымки листвы, вроде петрушки. Такаха Шигё. Действие хайку Ямагучи Сэйсона разворачивается в Китае. В бассейне реки Янцзы с таких незабываемых времен, что голова идет кругом, возникали и исчезали династии и цивилизации. Янцзы продолжает течь, соскабливая плодородную почву со своих берегов, и кажется, что эта мутная вода будет течь вечно. Размещая маленькие цветочки одуванчиков на берегах реки, поэт только подчеркивает ее грандиозность и великолепие. А второй Хо описывает Манхэттен. Это забавная, веселая Ху, в котором автор сравнивает увиденные с верхушки небоскреба деревья в парке внизу с кудрявой петрушкой. Дело в том, что в Японии раньше петрушки не было. Она не росла, ее не ели, и, собственно говоря, ее привезли с запада сравнительно недавно. И сейчас ею, как правило, украшают, она идет как бы как
украшение блюд западной кухни и в сознании японцев она связана с Западом. Поэтому использование этого образа в сочетании с небоскребами Манхэттена очень веселит, забавит и очень хорошо сочетается. На 15-й куб. Мягкие и круглые дыбятся песчаные дюны, словно живот будущей матери. Хоттэ-кика. В большинстве японских хайку присутствует сезонное слово. Кигу представляет собой образ, который передается с древних времен, поэтому обладает силой обогащать мир хайку, расширять его. В то же время, если уехать за пределы Японии, то понятие сезонности перестает действовать, сезонные слова перестают быть понятными. Поэтому такие хайку часто пишут без использования сезонных слов. Вот и эта хайку, написанная в Дубае, в главном городе Объединенных Арабских Эмиратов, является несезонным. Облик пустыни ежеминутно меняется на ветру, и для песчаных дюн, возникающих холмами то тут, здесь, то там, автор использует глагол «дыбиться». В этом хайку есть уникальность, выраженная в сравнении голой пустыни с линией живота беременной женщины, будущей матери. Все это вызывает ассоциации с богатой культурой, порожденной населяющими пустыню народами. Посмотрим 16 и 17 куб. Хиросимая тамаго кую токи кучитаку, Сайто Санки, Чернобыль до мукчи но хито то тамаго кую, Сетсу Юкихико. Хиросима. Ем вареное яйцо, широко разинув рот. Сайто Санки. С молчаливым чернобыльцем за одним столом едим яйца. Сетсу Юкихико. Эти хайку тоже не сезонные, но топонимы Хиросима и Чернобыль сами по себе являются очень сильными образами. Здесь топонимы выполняют ту же роль, работают так же, как и сезонные слова Киго. По поводу отношений между Киго и топонимами в трактате Сан-Дзоши приводятся такие слова Башо. Если в Ку есть топоним, то оно может быть не сезонным. Использовать в 17 слогах и сезонное слово, и топоним, да еще успеть выразить свою мысль, несколько затруднительно. 地名特に強いイメージを持つ地名と記号を同時に読むと両者が主役争いをしてしまうという意味なのかと思います。Я думаю, что смысл этого высказывания в том, что если использовать топоним, а особенно топоним с сильной смысловой нагрузкой вместе с сезонным словом, то они начнут как бы бороться друг с другом за первенство внутри хайку. Рассмотрим в начале хайку Санки. 原爆投下の翌年に広島を訪れた時に読まれたものですが、その背景を知らなかったとしても、原爆によって破壊された広島という地名と卵を食べるために口を開くという動作の組み合わせには一種異様な迫力があります。 Даже есть, эта хайку написана во время путешествия в Хиросиму на следующий год после бомбардировки. Даже если не знать предыстории, сочетание упоминания Хиросимы, разбомбленной Хиросимы и действия, когда человек широко раскрывает рот для того, чтобы съесть вареное яйцо, да, представьте себе, оно обладает странным воздействием на читателя.
Санки 自身が孤独で生まれた場面について次のように語ります。Сам Санки так рассказывал историю создания этого куба. 私は土房の石に腰掛け、ゆで卵を取り出し、ゆっくりと皮を剥く。Я присел на придорожный камень, вынул вареное яйцо и начал медленно его чистить. Неожиданно обнажилась гладкая поверхность яйца. Палящая вспышка, уголок города, где с людей медленно сползала кожа. Темная-темная ночь. На ветру я впервые раскрываю рот, чтобы съесть вареное яйцо. Для того, чтобы выжить, нужно забирать чужие жизни и поедать их. Такова судьба всего живого. それでは人が人を大量殺させていくするために兵器を開発して使うということは生きるための営みと言えるのだろうか、そんな疑問が湧いてきます。А создание оружия для массового убийства других людей, его использование, это тоже попытка выжить? Такие сомнения, такой вопрос читается в этом хайку. 2句目の節与危機との句は明らかに3句の句を踏まえています。Хайку, второе хайку, Сэцу Юкихико, совершенно очевидно опирается на хайку Санки. Хиросима и Чернобыль, война и катастрофа, в этом отличаются эти два хайку, но общее в них – это трагедия, причиной которой стала ядерная энергия, порожденная человеком. Горе человека, который вынужден был покинуть навсегда родные места из-за ядерной катастрофы, кровоточит в одном слове – молчаливый. К сожалению, подобные катастрофы продолжаются и в 21 веке. 2011年に発生した東日本大震災とその影響で引き起こされた福島原発の事故については皆さんもご存知だったと思います。Я думаю, что вы все знаете о событиях на атомной станции Фукусима, произошедших в результате великого землетрясения в Восточной Японии в 2011 году. 18番も武器の句です。18句。瓦礫の石放る、瓦礫に当たるのに。高柳克弘。Среди руин брошенный камень попадет в руины. Такая Наги Кацухиро. Это ку – это дань уважения району Юриаги, города Натори, префектуры Мияги, которому был нанесен огромный ущерб великим землетрясением. Это хайку родилось в рамках журнального проекта, заключавшегося в том, что автор Такаянаги Кацухиро отправился в места, где в свое время бывал Башо, и написал стихи о последствиях стихийного бедствия. 季節の言葉を排除することによって、すべてが津波に洗い流されてしまって、瓦礫のほかは何もなくなってしまった。Благодаря отказу от сезонного слова, здесь подчеркивается состояние, когда абсолютно все смыто волной цунами и не осталось буквально ничего, кроме обломков. Место, которое воспевали Башо и Сики, места, выглядит так печально, что это буквально вызывает сердечную боль. Возможно, эти камни, которые сейчас мы называем руинами, когда-то были чьим-то домом, школой или местом работы. Но даже если действительность такова, что хочется отвести от нее глаза, нужно продолжать пристально вглядываться в нее и
продолжать писать о ней стихи, чтобы создать память об этих местах следующим поколениям. 先ほど引用したヒロシマと天国井戸、そして閖上の句は、それまでに引用した句とは違って、その土地の負の側面を生んでいることに気づかったと思います。Вы, конечно, заметили, что отличие трех последних хайку, которые я процитировал, про Хиросиму, Чернобыль и Юриаге, в том, что они, в отличие от предыдущих хайку, говорят не о достоинствах этих мест. 美しさや明るい面だけを読むのが挨拶ではありません。 Говорить только о светлых сторонах и о красотах – это не приветствие. Я думаю, что сблизиться сердцем с израненными, страдающими людьми и местами – вот это настоящее приветствие. Как Башо тянулся сердцем к Сайгё, взывая к нему через века, так и эти хайку шлют свое приветствие через время и пространство и преодолевают границу между жизнью и смертью. И в заключение я познакомлю вас с несколькими хайку своего учителя Озава Минора и моих друзей, которые посетили Россию до меня. 19-й. Москва. Все в чешуйках, просторное небо. Озава Минора. Перистые облака, когда множество маленьких облачков собирается в большие группы, они похожи на рыбью чешую. В Японии они, их обычно бывает больше осенью, они считаются осенним тивором. По-видимому, автор посмотрел московское небо, увидел эти облака и подумал, вот это Москва, тут даже перистые облака гораздо больше, чем в Японии. В теории, если поразмыслить, то размер облаков совсем не зависит от того, насколько большой страной они формируются. Я думаю, что таким образом в этом хайку выражено уважение автора и его восхищение, его похвала Москве. 20-й. Платформа метро. Застыли барельефы героев России. 私も今日乗ってきましたが、ロシアの地下鉄の駅の美しさは日本でも非常に有名です。Сегодня мне удалось прокатиться в московском метро, и я хочу сказать, что его красота известна, широко известна и в Японии. 作者はその一角に英雄たちの肖像を彫ったレリーフを見つけました。Автор нашла в одном из уголков метро барельефы героев. 左右というのは冬の季語で 冷たく成長の空気の中で物の形や音などくっきりと感じられることを言います。 В холодном чистом воздухе четче ощущается форма и звук. この句ではレリーフの硬い質感や陰影が緊張感を伴って見えてくると思います。 И благодаря этому зимнему кигу застывать возникает сопровождаемое внутренним напряжением ощущение твердости и четкого силуэта барельефа. 21番の奥です。21番。異教徒我もかぶるストール聖堂いる。望月としえ。 Иноверец тоже надевает шаль при входе в храм. 望月としえ. これは作者がロシア正教の聖堂を訪問した時の奥です。 Это хайку написано после посещения православного храма. 作者は仏教徒ですが、しきたりに従って頭をストールで覆って聖堂の中に入りました。
Автор исповедует буддизм, однако в соответствии с обычаями и требованиями она покрыла голову шалью, входя в православный храм. В этой шале выражено уважение к чужой вере. В то же время тут есть и уважение к русским людям, принявшим в своем храме и наверху. Кстати сказать, шаль в Японии носят зимой, поэтому это зимнее сезонное слово, но у шали, которая покрывает голову при входе в храм, нет сезонного оттенка, поэтому я думаю, что эту хайку можно счесть не сезонным. 徘徊の時代から現代の配信まで旅の服を色々と紹介していました。Сегодня я представила вам самые разные купы путешествия, начиная с эпохи хайкая и вплоть до нынешних времен. 実際のところ旅で見たものを俳句で読むのはとても難しくて、私にも経験がありますが、自分ではとても良い句ができたと思っても、第三者が読むとよく状況が分からなかったり、人言わない表現になってしまうことも多いです。 Очень трудно описать в хайку то, что ты увидел и услышал во время путешествия, и у меня есть опыт написания таких хайков, но даже когда мне лично кажется, что у меня все очень хорошо получилось, и замечательная хайка у меня получилась, я никогда не могу предсказать, что в нем взволнует читателя, человека, который не знаком с обстоятельствами, в которых я путешествовала. Мне кажется, чтобы избежать этого, чтобы хайку радовало не только автора, нужно полностью погрузиться в объект и писать с уважением к нему, и в этом ключ к успеху. 20-го века Като Сюсон так писал о хайку Басё, которые посвящены путешествиям. Увидев что-либо во время путешествия, Басё вызывал у себя в мыслях соответствующий встреченному объекту мир древних людей. А после того, как погрузился в этот мир, постепенно создавал свой собственный мир. Воспевая путешествие, он порождает свои горы и реки, отличные от природы, которую он видит перед собой. Возвысить пейзаж, который у вас перед глазами, до высот универсальной поэзии благодаря духу приветствия. Я испытываю надежду и желание писать именно такие стихи. Сегодня я сижу здесь перед вами как путешественница. И я заканчиваю свою лекцию с чувством глубокой благодарности к россиянам, с которыми нас связывает хайку. Большое спасибо за внимание.